Под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам совершенствования системы образования и воспитания, ускорения развития науки в стране. Бу хамма харакатларымызды биринчи кадамлар. Халк талым вазирлигида тубдан ўзгариш бўлади. Хам моддий, хам манавий. Энг катта масаламиз муаллимни обройини, илмий ходимни обройини, зиёлиларни обройини, илмий тадқиқот институтларини масалаларни биринчи даражага чиқармас эканмиз, биз қўйган вазифаларга эриша олмаймиз. Ўзбекистонда адолат нуқтаи назардан, иқтисодиёт нуқтаи назардан, манавият нуқтаи назардан Ma'rifat nuqtai nazardan ishongan kuchim muallimlar, ziyolilar kelajakda bugunga qo'ygan rejalarni qanday qilib bajaramiz degan savolga hammamiz agar javob topolsak, bugungi yig'ilishimizni eng katta muddaosi va eng katta pirovard maqsadiga erishamiz. Hamma islohotlarimiz tagida maktab, 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 yana bir marta maktab. Bu o'ta muhim vazifani umummilliy harakatga aylantirish uchun hamma chora-tadbirlarimiz shunga qaratilgan. Глава государства подчеркнул, что необходимо в первую очередь пересмотреть учебную нагрузку и количество уроков в школах, создать методику, нацеленную не на механическое заучивание материала, а побуждение учащихся к рассуждению и анализу. В качестве примера был проведен опыт Финляндии. Это одна из самых продвинутых в мире стран по общему уровню грамотности, естественным наукам и математике. Подчеркнута важность изучения и внедрения в общеобразовательных школах страны лучших в мире учебных программ и методик преподавания. Министерству народного образования поручено разработать национальную учебную программу на основе изученного опыта и начать ее экспериментальное внедрение в образовательный процесс, начиная с 2021-2022 учебного года. Для эффективного введения новой методики все школьные учителя пройдут обучение по видеосвязи с участием зарубежных экспертов. Президент напомнил хакимам об их персональной ответственности за решение таких хозяйственных вопросов школ, как ремонт, благоустройство и отопление. Указано на важность привлечения выпускников, не сумевших поступить в вузы, к занятию профессиями или предпринимательством. В связи с этим со следующего года планируется ввести практику изучения интересов и поэтапной профориентации учащихся, начиная с 7 класса. За школами будут закреплены промышленные, сельскохозяйственные и обслуживающие предприятия. Указана на необходимость разработать рейтинг школ и на этой основе составить рейтинг качества образования в разрезе районов, городов и областей. По результатам рейтинга будет оцениваться деятельность директоров школ и их заместителей, учителей, хакимов и их советников по образованию. Директорам школ, попавших в первую пятерку рейтинга, будет выплачиваться надбавка из местного бюджета. Особое внимание уделено и вопросам повышения квалификации учителей, порядку определения их категории. Ответственным лицам поручено упростить порядок присвоения категорий, перейти на двухэтапную систему, позволяющую оценивать знания педагогов в течение всего года. Agar kimda-kim maktab bu faqat xalq ta'lim vazirining ishi deb o'ylasa, adashadi, bu mutlaqo noto'g'ri fikr. Umummilliy harakat bo'lish kerak. Nimaga viloyat, shahar, rayon, ayniqsa shahar hokimlari nimaga 50% ishini shu ta'lim, tarbiya bilan shug'ullanmaydi? Nimaga xalq ta'lim bilan shug'ullanmaydi? Hokimlar fermerning nomini biladi, o'qituvchining nomini, maktab direktor nomini bilmaydi. Maktab bu avvalo davlatning, butun jamiyatimizning ishidir. Ishi bo'lganda ham eng asosiy, eng muhim ishidir. Kimdir o'qituvchi zotiga qandaydir past nazar bilan hurmatsizlik ko'rsatib qaraganday bo'lsa, unday kishilarni davlat ham, jamiyat ham hurmat qilmaydi. Bu yil zamin yaratyapmiz. Kelgusi yildan boshlab maktab, oliygoh boshqa tarzda ishlaydi. Mana shundan keyin iliman bo'ladi, Ulug'beklar ham paydo bo'ladi, Beruniylar ham paydo bo'ladi, Ibn Sinolar ham paydo bo'ladi. Magatsangiz koronavirus pandemiyasi bizni ko'zimizni bilasizlar moshdagi ochdi deydi jaydaricha tilda aytganda. Hamma kamchiliklarimizni hammamiz ko'rib turibmiz. Deputatlardan, senatorlardan mani iltimosim. O'zlaringni saylagan okruglaringda maktablarni nazorat qilib bersalaring tarixda nomlaring qoladi. Kelgusi sozuvga ham deputat bo'lishlaringa zamin yaratasizlar. Maktabni to'g'rilab olaylik hammamiz bir nazorat qilib. Xalq ovozi bilan, sizlarni obro'ylaring bilan, sizlarni talabchanliklaring bilan boshqa yo'limiz yo'q. Maktab bor joyda nur bo'ladi, madaniyat nuri, ma'rifat nuri bo'ladi. Atrofi nurli bo'lish kerak. Maktab bor joyda adashganlar bo'lish kerak emas, jinoyat bo'lish kerak emas. Mana qanday hozir vazifa qo'yyapmiz. Bundan buyon maktabga, muallimga, ma'naviyat va madaniyatga yaxshi e'tibor bergan hokim va sektor rahbarlari davlatning katta-katta orden va medallariga sazovor bo'ladilar. O'zbekistonda muhit o'zgaradi. Maktabni domlosi bilish kerak, davlatning e'tibori o'zgardi degandi. Ana shunda o'z ustida ishlaydi.
millatimiz, vatanimiz uchun shuni amalga oshirsak, natija bo'ladi. Также затронуты вопросы внедрения современного менеджмента в школах. Отныне директора школ будут назначаться на конкурсной основе по согласованию непосредственно с местными кенгашами. Каждый кандидат должен будет представить собственную программу повышения показателей школы в течение следующих 3 лет и ежегодно отчитываться перед кенгашами. Основная цель этих мер – организовать эффективную работу школ, исключить незаконные вмешательства в работу директоров и устранить текучесть кадров.